такое грандиозное событие, на самом деле. Сегодня будет показ украинских дизайнеров Кононовой и Сергеевой. И также будет концерт Гоши Куценко. Нас очень радует, что именно перед этим концертом такого замечательного актера, и не только актера, замечательного человека, мы сможем показать зрителю наши наряды. Я надеюсь, что они вдохновят немного наших гостей, да, настроят на нужный лад. И Гоша Куценко только подчеркнет всю событийность нашего мероприятия, и все будет замечательно. Это у нас сегодня второй показ за день. У нас было сегодня открытие шоу-рума, у нас уже было первое представление, и сегодня мы решили сделать это для всех. То есть в шоу-руме был более закрытый, а сейчас мы делаем более открытый показ вот для всей публики. И мы очень рады, что сегодня Гоша Куценко, мы сегодня все остаемся гулять. Исполнитель. То есть помимо того, что он актер, он замечательный певец, у него замечательный репертуар, все супер. Но Гоша, он есть Гоша Куценко, поэтому он прекрасен. Знаете, сегодня не вечеринка, сегодня концерты известного актера, музыканта Гоши Куценко. Как видите, вот у меня соответствует стиль. А с Гошей работать достаточно просто. Требования простые, хороший звук и гости, радостный прием. Как актер он прикольный, есть у него интересные фильмы. Как артист, ну, как бы так выразиться, мне кажется, просто прикалывается и получает удовольствие от жизни, снимается в кино, делает концерты, поет. Мне кажется, чувак живет в кайф. Несмотря на то, как он поет, какие у него вокальные данные, какие песни, я к нему отношусь в первую очередь как к актеру, во вторую очередь уже как к исполнителю. И в целом я его понимаю как творческого человека. Происходит концерт известного русского актера Гоши Куценко. Я только сегодня узнал, что он, оказывается, еще поет. А я жду, пока он допоет, чтобы порадовать людей хорошей новой музыкой.